вами ветеринарный врач-орнитолог Чугуевский Владимир Владимирович. Сейчас мы с вами разберем, как определить наличие болевой чувствительности. Не секрет, что наши волнистые попугайчики, ну и вообще мелкие птицы, средний попугай, бывает и крупный, часто травмируются. Травмируют конечности, травмируют крылья. Но мы сейчас с вами поговорим именно о конечностях. Как определить, допустим, если у попугайчика травмирована лапка, он на нее не опирается, и нужно понять вас, допустим, ветврач просит определить, есть ли болевая чувствительность. Для чего это нужно? Болевая чувствительность позволяет оценить, нарушена иннервация или же нет у попугайчика во время травмы, соответственно. Как это можно сделать? Во-первых, если у попугайчика провисает лапка, вы можете, конечно, прощупать, но не всегда это позволяет определить. Поэтому берется какой-нибудь зажим, пинцет и проверяется наличие болевой чувствительности. То есть, да, каждый пальчик прощупывается, да, наличие болевой чувствительности говорит о том, что лапка, пальцы живые, иннервация не нарушена. И это очень важно для нас. Поэтому, если иннервация сохранена при травме, при переломе, то это хороший показатель того, что лапка может восстановиться и иннервация не будет нарушена, и риски возникновения той же самой гангрены либо отмирания то крайне малы. Поэтому таким образом мы проверяем при травмах. Потому что бывают травмы, бывают переломы, бывают определенные параличи, парезы конечностей. Чаще всего параличи и парезы возникают вследствие того, что у попугайчиков может расти какое-либо новообразование рядом с почкой. То есть там, где проходит тазобедренное сплетение и иннервирующая конечность. И в этом случае возникает дисфункция лапки. То есть болевую чувствительность он чувствует, но при этом лапка может не функционировать. Не сгибаться, не разгибаться, а болтаться как тряпочка. Поэтому, чтобы определить болевую чувствительность, используем зажим либо пинцет и определяем чувствительность каждого пальца. Это очень важно. Берегите и любите своих пернатых питомцев, и они ответят вам взаимностью. С вами был ветеринарный врач-орнитолог Чугуевский Владимир Владимирович. Подписывайтесь на мой канал.